Вот это платьичко, которое я буду реставрировать. Сейчас я, ой, простите, покажу с этим освещением. Вот детеныш поставила фломастером точку. Не отстирывается платье нарядное. Срочно нужно одеть. И вот сейчас что-то буду думать. Ну, ремонт небольшой, но тем не менее. Покажу, что из этого вышло. Ну вот, я сделала россыпь. Там оказалось даже не одна точечка, три или четыре. Нашлись такого же цвета, только мелкие. Пайеточки у меня. Вот такие обрезочки у меня. Я ничего не выбрасываю. И вот среди таких разноцветных вот капля есть мелких. Ну, я решила, что достаточно. Много не буду. Если получится, постараюсь заснять на модели, на хозяйке платьишко. Видите, оно тоже переливается. Угу. Ну, цвет такой же. Так что вот такой лайфхак получился, ремонт. А я чуть не забыла показать, что у нас отпали от туфелек брошечки. И оказались вот такие розовые пуговицы, обтянутые тканью. Видите, теперь у нас полный комплект, полный наряд. Туфли новые, но на платье чистые, но на платье не хочу ставить. Вот такой получился лайфхак по реставрации. Здесь были стрекозки металлические, они отпали. У меня оказались пуговицы. Ну все.